Власти Турции сообщили о повреждении 20% запасов продовольствия в результате взрыва в порту Дёринджа. В результате взрыва в порту Дёринджа повреждены 20% запасов продовольствия, находившегося в силосе в момент взрыва, говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента Турции. Согласно сообщению, таким образом повреждено около 15 тысяч тонн запасов. В ведомстве отметили, что общая вместимость порта Дёринджа составляет 95 тысяч тонн, а в силосе на момент взрыва находилось 75 тысяч тонн запасов. При этом ведомство при администрации Эрдогана опроверг информацию ряда турецких СМИ о повреждении 8 миллионов тонн запасов. Взрыв в порту Дёринджа прогремел вчера. В результате взрыва повреждены 13 из 16 элеваторов. Сообщается о 12 пострадавших.